Всем привет, и сегодня у нас в обзоре игра под названием Seikima 2. Данная игра 86 года. Seikima — это японская группа последователей группы KISS музыкальной, ну кто не знает. Ну, цифра 2 обозначает у нас продолжение ее. Ну что, такая у нас появилась заставочка. Давайте попробуем сами в нее поиграть. Ну что, погнали. Наш парень где-то был в заточении. В общем, что он может? Он может прыгать, как Марио. Разбивать. Правда, кирпичи не может. Может швырять камни. Собирать какие-то непонятные штучки. Там бабочки такие, какие-то уродские вообще бабочки. Наверное, японцы кайфовали или до сих пор кайфуют от этого всего. Тут группа такая. Так, что я не могу запрыгнуть. По две башки поймал. Так, он не может кулаком ее побить. Ну, в общем, суть игры — собрать все, что можно собрать, и перейти в следующий уровень. Ну, как бы интересно, такого она вообще не вызывает. Какой-то вечной позе прыгает он невысоко. Если зажать, прыгает выше. Эти твари внизу. Ой-ой-ой, тут он прыгает. Ну что, так. Блин, не удалось мне забраться наверх. Ну. Можно, короче, продать какую-то штуку. В общем, я все собрал. Открылся вход, и я перешел на следующий уровень. Вот такая вот у нас игра. Наверное, понравится всем фанатам Японии, японских фишек. Спасибо за просмотр. Пока, до новых встреч.